Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем играть в игру The Forest. И я бы хотел проверить сейчас, куда у нас подевались наши любимые каннибалы. Вот, а то они куда-то исчезли. Куда-то исчезли, товарищи. Но это не дело, правильно? Так нельзя. Надо быть всегда рядом с нами. Поэтому, если не они идут к нам, то мы идем к ним. Ну, просто узнать, как дела. А, они отдыхают. Они отдыхают, да? Хорошо, да, давно вас не видел, товарищи. Ну, куда-то вы подевались, правда. Пом. Все. Все. Вы с нами, да? Вы с нами, мои хорошие. Вы же добрые. Вы же добрые, правда? Как в песне. Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. В нем живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри, на нем живут несчастные люди-дикари. Пара-пам-пам, пара-ра-ра-ра-ра-ра-ра, оу, е. Вот так. Вот такие вот у нас каннибалы. Мы с ними познакомились. О, мужик, ну что ж ты так? Ну что ж ты так разлегся-то, а? И давайте мы сразу отключим бесконечные ресурсы. Пам, все, больше их нету. Я нажал клавишу End. End out, final message. И все, и больше у нас не будет бесконечных строений. Ну, была необходимая мера вернуться к каннибалам в пещеру. Потому что они как-то, ну, совсем уже ленивыми стали. Жопы ленивые. Вот как их надо называть. Ленивые жопы просто. Вот и все, что можно о них сказать. Вот и все, как о них можно выразиться. И я не знаю, какое сейчас время. Давай. Везде зажгем все. Чтобы у нас гори-гори ясно было. Вот. Чтобы все было оук. Ук. Ук. Так. Пень мне сказал, что нужно стену вести вокруг пруда, потому что у нас будет свой личный прудик, в котором непосредственно можно будет ловить рыбу. И да. Да, мы. Меня к такому игра не готовила. Поэтому мы отойдем подальше. И выкинем эту говняшку. Где-нибудь, скажем, вот здесь. Все, пускай висит эта срань. Нам не нужная. Абсолютно никак. Окей. Окей. Чистокол. Здесь мы будем ставить с вами чистокол. Здесь был чистокол. Вот как надо называть это место. Здесь был чистокол. И вот все. Тру и сто. Тру. Чё за... Чё за херня? Чё за херотень, вообще не понимаю. Так, у меня одно бревно есть. О, какая ж тупость. Какая ж тупость-то неописуемая была только что. Мы ее, правда, исправили, и теперь у нас все нормально. Так что будем радоваться. Ой, время-то, пожалуй, не такое уж и раннее-то уже, да? Получается. Получается, время не такое уж и раннее. Ну, хорошо. Хорошо. Тогда музыка, потом шоколадки, кола. И самый нормальный топор достаем. Потом дальше включаем фонарик. Отлично. И рубим. Вспоминая нашу первую встречу с этой птичкой. Это было так мило, это было так давно. Она тоже попала мне под топор тогда, когда я рубил дерево. Романтика. Ничего не скажешь. О, дерево. Давай. Пум. На пустую голову нашего главного героя. На лысенькую. Я знаю, на самом деле, кто наш главный герой. Раскрыть вам тайну его личности. Это этот, как его там, из сериала Lost. Остаться в живых. Там тоже такой лысый мужик был, который всех обманывал, и хороший. Старый пердун. Вот. Так что, это он. Вы теперь знаете. Но сейчас он тени не отбрасывает, потому что он призрак. Так что, просто вы просто будете знать, что и как.
И, наверное, самое время отдохнуть. Да, особенно с учетом того, что дождь... О-о-о-о! Так. А если вараны сейчас... Нет, давайте мы кролика сделаем. Кроличье мясо, кстати, не такое вкусное. Я вот ел кролика как-то, да? Совсем мне не понравилось. Какое-то оно гадское, что ли. Ну, а пока у нас будет... А, нет. Рыбы у нас много. Рыбы дюпнули в одной серии предыдущих. Достаточно хорошо. Все. Мастер-класс. Ай, хороший варан. Варанище! Все замечательно. Теперь можно и отдохнуть. Не нравится мне. Блин, не лучше. Ну, окей. Игра нас просто вынуждает. Вынуждает включить фонарик. Вынуждает нас включить фонарик. Вот тупой пидорас. Фонарик не включает. Ничего с ним не сделаешь. Ничего с ним не поделаешь. Что меня очень сильно печалит. Так. Так. Ну ладно, давайте мы тогда здесь порубим дерево. На этот раз без музыки, потому что музыки было в предыдущей серии очень много. Очень много музыки было. А надо, чтобы музыки пока что не было. И надо факелов будет еще доставить дополнительно. Вот, потому что у нас мало их. Так, дерево, пожалуйста. Давай. Опа. Подлетел, так подлетел. Ага, в нашу сторону полетел, да? Отлично. Так. Палочки собирай, пожалуйста, братюнь. Отлично. Отлично. Вот, вот так вот и надо играть. Вот, вот, вот это все, что нужно. Это все, что нужно, чтобы жить дружно. И далее. Варан. О! Вот так вот. А один все-таки хитрюга успел убежать. Успел убежать, однако. Какой хитрый-то. Хитрый. Блин, ну не надо, ну. Все. Все. У него месячные закончились. Быстро. А вот из этого деревца, по-моему, выпадет бревен 5. Ну, я так думаю, по крайней мере. Поэтому его лучше все срубить будет. Это наилучший вариант. Я так предполагаю. Давай, рубись. Рубись, деревце большое и маленькое, и вообще любое. Ну, конечно, меня порадовало, да, как предыдущая серия. Мы с вами за текстуру улетели. Это вообще. Это ж надо было еще так... Так еще придумать надо было вообще просто по-сумасшедшему абсолютно. И почему с маленьких деревьев, когда что-то падает, не подсвечивается? Не понимаю. Так, подожди. Подожди. У нас тут два чистокола, значит, тут у нас идет стеночка простая. Окей. Я только за, на самом деле. И вот теперь бы еще все бревна собрать, чтобы они не потерялись. Вот с маленьких деревьев почему-то бревна не подсвечиваются. По какой-то причине. Неизвестной совершенно. Непонятной, мистической. Так, похоже, у нас светлеть даже не собирается, да? Тогда в таком случае лучшим будет вариантом еще раз попробовать отдохнуть. Ай, мать твою. Как же они испоганили всю систему отдыха в новом обновлении. Теперь как бы ты, сколько бы ты кнопку не нажимал, все время на улице будет... Все время на улице будет темнота. Не, ну, друзья, ну, блин, с каждым разом все темнее и темнее становится. Вообще какая-то ерунда. Я серьезно. Абсолютная причем. Ну-ка, еще раз. Да ладно. Да вы издеваетесь. Ау, блин. Все, потушили. Кстати, а если в костер подойти? Ага. А потом воду после костра, то
все тушится. Блин, такое ощущение, что только дождик изменяется. Да ну нахрен, блин, надоело. Уже жать кнопку Z. Z, кнопка Z. Так, чистокол, давайте мы тут поставим. Тогда пока мы голографическую стену обозначим, так будет лучше всего и правильнее. Потому что, как бы это сказать, все равно все сохранится, и значит это правильно. Это правильный вариант. Вот, вот так вот пускай будет. Теперь у нас опять чистокол идет, если я не ошибаюсь. Вот так вот. Можно его как-то присобачить? Там кролик только что-то попал, да, в костер? Получается, да, получается именно так. Ой, ну багануло. Так багануло. Убери свою руку. Убери свою руку, а то я тебе ее в попу засуну. Вот так, я тобой управляю и смогу сделать все, что угодно. И тебе это не понравится, я уверен. Поэтому не надо свою грязную культю мне показывать. Да и подписчикам тоже. А вот наглого варана надо... Да блин, все из-за зажигалки, я так и знал. Что все из-за зажигалки. Все из-за зажигалки. Как бы так в обход тотема пойти, чтобы он был за пределами нашей территории, потому что мы будем ее обозначать с вами факелами. Вот, мы будем с вами факелами ее обозначать. Так, так. А вот теперь снова чистокольчик. Я, конечно, понимаю, что это... Ой, да, блин! Ёлки-палки. А вот и каннибалы. Долго себя ждать не заставили. Свота какая, блин, слушайте. То их нету несколько серий, то они резко прям вылезают, прям выпрыгивают. Жесть. Жесть. А ты, падла, пойдешь жертву моего топора. Вот так вот. Это моя кухня, и я тут повар. Окей. А дальше правильно ли мы с вами делаем? Ну, я думаю, вполне нормально. Вполне нормально. Главное только в воду, чтобы все не попало. А как мы сюда будем попадать, слушайте? Попадать-то сюда надо как-то, правильно? Давайте мы траву здесь поставим. Давайте мы траву здесь поставим. Вход. Вот, вот здесь у нас будет вход. Отлично. И вот тут у нас будет чистокольная стеночка последняя. Вот, отлично. Отлично. Вот это мне нравится. Вот это по-нашему. И... придется факел, конечно, поставить в двери, чтобы каннибалы не могли просто так просочиться туда и пройти, потому что каннибалы сволочи еще те, и нельзя им такого спускать. Абсолютно. Абсолютно нельзя. Ну как, блин, как резко выпрыгнули-то собаки такие. И слушайте, мне нравится, что получается. Так, я обещал еще установить еще по факелу. Давайте мы так и сделаем. Вот здесь вот, допустим, поставим. Раз камень. Камни, нам еще нужны камушки. Нам еще нужны камушки. Они в пруде у нас в изобилии, да? Или нет? Ну, на один факел нам точно хватит, что немаловажно. Вот, отлично. Супер. Здесь. Отлично. Кролика, как всегда, не задели. Успел убежать. Ну и молодец, хороший кролик. Все делает он правильно. Опа. Не-а, не уйдешь. Не уйдешь, падла такая. Один раз вы меня врасплох уже застали, но на этот раз нет, не получится. Ладно, давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.